Сегодня ворота команды будет защищать новый голкипер. Тренер говорил о необходимости приобретения нового голкипера. И, как мы видим, все удачно срослось. Сезон обычно открывают матчем за Суперкубок. И сегодня традиция эта не нарушается. Добро пожаловать и приятного просмотра. Состав Манчестер Юнайтед. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. И как опасно пробил. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Опасный момент. Душ Санту Шавейру. Какая реакция, какой прыжок, класс! Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Головой наносит удар игрок. Головой пробил он по мячу. Перекладина, но мяч в игре. Удар, опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Прекрасная передача. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Мяч за боковой линией. Натаниэль Клайн. Мяч. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Это может быть опасно. Джан. Здесь защита справляется, мяч отобран. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Джан. Пока неплохо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Матео Дармиан. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Кейн! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Харри Кейн! Душ Сантуш Авейру. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Очередной аут. Альберто Морен. Натаниэль Клайн. Лазар Маркович. Может получиться интересная атака. Натаниэль Клайн. Джан. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отличное взаимопонимание. Есть шанс выйти вперед. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед вбрасывает. Игрок бросил мяч. Нет. Манчестер Юнайтед исполнит штрафной. Душ Сантуш Авейру. Тут может что-то получиться. А
Атака остановлена, но кто получит мяч? Лазар Маркович. Первый. Тренер Ливерпуля проводит замену. Продолжаем смотреть этот матч, и уже совсем скоро мы узнаем, кому достанется первый трофей нового сезона в Англии. К тому же Суперкубок Англии открывает новый футбольный сезон и настраивает команды на нужного. Погба. И вот потери в центре поля. Эмре Джан. Посмотрим за этой атакой. Не дал сопернику довести атаку до завершения. А мяч уже у соперника. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Джан. Мяч в зоне атаки. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Он накручивает соперника под... Душ Санту Шавейру. Счет на табло не меняется. 0-0. Прекрасно сыграл голкипер. Угловой будет подавать команда. Пока счет равный. Вратарь ведет мяч в игру. Покажет нам свой могучий удар. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Нужно выходить вперед. Бей! И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Какой удар! Долго держит мяч команда, но пора... Вот это удар! Марко Верратти! Мяч в воротах, они вышли вперед! Кто бы мог подумать, что мы почти не увидим борьбы на поле. Задавили, практически задавили. Много возможностей для взятия ворот, много красивых комбинаций, много ударов. Все это должно отразиться, конечно, и в статистике матча. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд, ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Давно ходили слухи об интересе Ювентуса к этому игроку, но сегодня, насколько я понимаю, дело дошло до конкретики. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Манчестер в атаке. Бить можно и забивать! Душ Санту Шавейру! Очень неприятная травма, судя по всему, потянул он мышцу. И все опять возвращается на круги своя, точнее на четверть круга, которой отмечена зона углового. Смотрим, сколько угловых было подано в сегодняшнем матче. Пас в штрафную. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Альберто Морено. 9 минут играть в основном времени этого матча. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Этот навес становится легкой добычей защиты. Ливерпуль начинает атаку. Лазар Маркович. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Удар! Опасно! Да Сильва. Мемфис Депай. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу.
Штрафной в исполнении футболистов Манчестер Юнайтед. Игрок получает предупреждение. Заметь, он даже не спорит с арбитром. Да Сильва. Судья добавляет 3 минуты. Это может быть опасная атака. Марко Верратти. Вот в таких моментах и проявляется настоящее мастерство. Ну вот пока сегодня не тот случай. Не проявилось ничего. Ну вот и все, матч завершился.